В Усть-Хрустальном районе предварительно из-за неправильной эксплуатации электронагревательного прибора 11 человек остались без жилья. В МЧС поступил звонок о том, что в поселке Золотково горит деревянный многоквартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади в 300 квадратных метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние здания. 11 жильцов, в том числе 4 детей, смогли самостоятельно покинуть горящее здание еще до приезда пожарных. А вот тело 48-летнего жителя дома спасатели обнаружили уже после тушения огня. У нас есть информация о том, что в результате пожара без жилья остались 11 человек, в том числе 4 ребенка. В настоящее время они размещены у родственников, а местная администрация решается вопрос о предоставлении им жилья. Дознаватели МЧС называют предварительную причину пожара – это нарушение правил эксплуатации электронагревательной плитки. Имеется информация о том, что 28 февраля в этом году в доме с жителями проводились профилактические беседы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности силами сотрудников местной администрации.